Привет, народ! В этом видео поделюсь с вами мыслями о том, какой же ангар я считаю ангаром мечтой. Какие танки туда входят и почему. Скорее всего, эти танки будут у меня на твинке. Ну и по сути, кроме этих танков, мне ничего там не надо. Ну, давайте примерно по порядку, сверху вниз по нациям пройдемся. Начнем с советских танков. Из советских танков, наверное, самый легкий и простой для приятной игры для меня это Т-10. В принципе, на 9 уровне у него отличное пробитие, альфа, он хорошо едет, немного иногда танкует там башней. В принципе, играть на нем очень легко, результат делается вообще изи. Играешь просто отдыхая, поэтому, конечно, этот танк будет тяжеловато качать, потому что советские тяжи это те еще куски. Но в целом этот танчик для отдыха в моем ангаре, я думаю, место себе нашел бы. Осталось только его выкачать. Следующая, немецкая нация и мое любимое Е50. Нормально едет, нормально танкует и офигительная стабилизированная точная пушка. Именно то, что я люблю в этой игре. Поэтому этот танчик тоже должен быть в моем ангаре обязательно. Тупо мой любимый танк. Едем дальше и подбираемся к американской нации. С этой нации в моем ангаре должно быть два танка. Т-49, но он вообще какой-то жесткий на предтоповой пушке, не на фугаснице. В Н-8 просто такими ведрами можно выгребать, что просто жесть. На основном аккаунте этот танк у меня по ВН-8 самый жесткий. Да и в принципе на нем бодро так играется. Ну и второй танчик из американской нации это, конечно же, Паттон 10 уровня. Добротный такой плотный танчик с приятной пушкой, обзором. В целом так вот вольготно, неспешно поиграть на десятках пойдет. Перебираемся к британской нации. Здесь тоже два танка. Это средний танк Centurion Action X, который уже потихоньку качается. В целом довольно-таки подвижный танчик, удобный со стабилизацией, хорошей пушкой, УВНчики, башня нормальная. В целом неплохой танк поиграть именно от башни. Ну и второй танк это, конечно же, тяжи, на которые надо запастись кучей свободки, чтобы пройти этих ужасных черчилей и выкачать довольно-таки приятный для меня танк Conqueror. На 9 уровне у него офигеть какая четкая пушка. Просто стабилизированная, точная, офигенная пушка. Плюс еще бронированная башня, УВНчики, броня во лбу нормальная. В целом играть довольно-таки удобно и легко. Ну там можно даже и на супер коне поиграть. Танк 10 уровня тоже довольно-таки офигенный. Поэтому один из этих тяжиков тоже подошел бы для моего идеального ангара. Ну и, наверное, последний танк, который я взял бы в свой идеальный ангар, это, наверное, ТВП Т-50-51. Конечно, в нем тоже проблемы там выкачивания, эти ветки кривые, ужасные, с некоторыми дурацкими танками. Но на 9-10 уровне тупо табуретки, которые носятся по карте, быстро всыпают кучу снарядов из быстрых барабанов. Что может быть веселее? Вот в целом такой у меня получается идеальный мой ангар. Т-10, Е-50, Т-49, Паттон, Action X, Conqueror и ТВП. Конечно, сюда можно было бы еще китайского тяжа засунуть, но, честно говоря, нафига он мне нужен, если у меня будет Т-10, из него можно того же объекта 277 сделать. Там китайские тяжи плюс-минус то же самое. Конечно, они имеют отличия каждый свой, но оно того для меня не стоит. Да и Т-10 на самом деле намного пище, чем играть на тех десятках. Вот, в принципе, такой у меня мой идеальный ангар. Можете в комментариях написать, конечно, свои танки идеального ангара. Я представляю там какие-нибудь Т-67, ФВ-304, еще какое-нибудь говнецо. Но это уже на ваш вкус, а у меня вкус такой. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии. Играйте красиво, всем пока.